Всем привет. Продолжаем наше прохождение. Так, кстати, настройки. Вот. Что я хотел сделать? Вот так вот. Посмотрим, что получится. Это бывает неудобно. Так, тут. Давайте так. Поехали. Да, закончили мы здесь. Чувствую, придется нам здесь подколесить. Опять этот. Так. О! Там целых три козла. Да ё-моё. Козлы. Так. Как только мы туда, да? Чешем. Ой. Весело, весело. Так. Придется там барахтаться нехило. Что, я туда залезу, нет? Что это? А то мы спрыгнем на нее сейчас. Да хрен я туда все равно не долезу, да? Ну да, расстояние сильно большое. Даже потеть не надо. Там их трое, там один. Ну что, одного сначала завалим. По крайней мере, попробуем. Ушатать. Ты меня, козел, уже учуял? Ха-ха-ха! Козлятина! Давай, овечка! Ох, да ёб твою мать, блядь! Что-то как это, ветошь, блядь! Три этих, блядь, и все. Я не представляю, как, блядь, это, с тремя козлами там биться, блядь. Да ну давай, блядь, вот эта вот подгрузка это, блядь, раздражает, блядь. Да, кстати, это, хочу сказать-то, это, мы-то на PC играем, кстати говоря. Но. Не стал нигде ничего писать такого, как бы. Вот одну овцу завалили. То просто могут, там не знаю, мы вначале на настройки затрагивали. То, я не знаю просто как она на плойке на четвертой выглядит. И там на Xbox там. По крайней мере, мы вначале смотрели меню. Там ну, должно отличаться. Xbox, PC. О, там что-то было. Так. Настройки у нас все там по полной, кроме там всяких там зернистостей, хренистостей левого. Так. Так, кстати, ну-ка. М-м-м.
Ноль, да? Здесь такая же штука. Может, они связаны? Да они очень связаны. Чё, козёл спустится сюда, нет? Ну давай, давай! Воу-воу-воу-воу! Давай, козлина. Да ёб твою мать, блядь. Козлопас вонючий. Ой, да, я с этим. Сука, козлопас, блядь, а не джедай, блядь. С козлами дерется, блядь. Давай, ну. Да ёб твою мать, блядь, давай, на. О, блядь. Утырок, блядь, козленый. Хрен. Да ладно, блядь. Дух долбоебов за хуй. Бородатых, блядь. Царь козлов остался, блядь. Козлина, иди сюда, блядь. Вы там что, блядь, не... Нихера себе живой, блядь. Рога подшибаю, ну. О. Так. Ага. Сундук, блядь, со сказками запрятали, ну. Ну да, у нас таких, блядь, это... Способностей еще нету, блядь. Туда херну не так. Я обдаваю к силе. Что ж ты за джедай, блядь? Хрена, блядь. Ни хрена ты не умеешь, блядь. Ох, ебай. Ага, хрен тебе лысый. Ой, ёб твою мать, блядь, да что вы тут? Разродились, блядь. Давай, давай, давай. Вау! Не-не-не-не-не-не. На помощь! Ну-ка, блядь. Фу, бля. Вот жопа-то где. Угу. Это, блядь, это всякое говно ты можешь это разломать. С одного удара, блядь. Что ли, блядь? Чак Норрис не учил, блядь, как хреначить, блядь. Кирпичи, блядь, головой на. Хоть бы пнул по ней, блядь, с ноги попробовал, блядь. Так. Ну тут нам ловить нечего, да?
Так, так, так. Помни, Симба, блядь. В натуре, как король лев, блядь, залез на. Так. О, не-не-не. Ты сейчас туда молиться пойду, блядь. И все нахрен. Крындец, блядь. Все козлы отреспамятся. В жопу. Так. Они, в принципе, и так офигенно респамятся, блядь. Козлятины эти вонючие. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Надо все проверить. Воу! Зашибись, свалился куда-то. Шел, 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 блядь, пришел, ну. Я сюда и падать-то не хотел. Ну, вот так вот. Люди у нас постоянно, блядь. Идешь, блядь, куда-нибудь, свалишься, блядь, в какой-нибудь колодец. Ёб твою мать. Ну и все. Прощай, жидай. Впервые вижу такой сильный шторм. Вообще, штормит, блядь. Да, невероятно. Наверное, мы сейчас научимся, блядь, этим шариком управлять, блядь. Вперед, блядь. Ты чё? Давай, блядь. Чё надо-то? Давай, робот Вертер, помогай. О. Так, это... Нам его скатить, что ли, надо, блядь? Так. Пополнили, блядь. Блять, один, блядь. Так, пихнем его. Ну-ка, атакайся. Нахер. Еще, блядь, надо-то. Ох. Как я здесь был, блядь? Чё не... Как это я не наступил-то? Это самый древний из найденных нами мест Зеппо. Несмотря на зарок, я никак не могу забыть о хранилище Набокана. Его образы определили судьбу целой культуры. Я должен понять, почему. Весело. Самое днище спускаемся. Я должен понять, почему. Почему я здесь? Это интересно. Я в гробнице. О, еб... Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Кого? Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать. Ты, блядь, немного... мощная связь, блядь. Эксцентричный? Мне ли не знать? 3G, но. Но он бы не отправил нас сюда потехи ради. Какой подумай, бы он как следует. Клаку не спускался, блядь, у них связь нормальная. По логике, она потерялась бы давно, но. Чё это тоже за шляпа, блядь? Ща, блядь, я тебя... Уп. Ага. Обсеришься. Давай, давай. Явно же его надо скатить, этот шарик хренов. В эту клаку, ну. Ну-ка, бля. Иди сюда. Иди сюда. Так, а ну-ка, может, что появилось? Ну?
стоит деталь. Ну-ка. Что это? После быстрого вот здесь бы базарить, быстро блин. Херь какая-то, блин. Так, это что? Ну-ка. Ты это видел? Ох, ебать! Ох. Хрень с шипами какая-то. Поди это и все. Ты это видел? Ну-ка не трясись, блядь. Хрень тут трогать, на по-любому там это шипы повылетают. Ой-ой-ой. Нашел что-нибудь? Мать, блядь. Да в жопу тебя. Так. Ёб твою дивизию. Да пиздец какой-то, блядь. Что делать, блядь, с этой херней, блядь? Так. Вау-вау, блядь! Зашибись, блядь. Куда ты, мышара вонючая, лезешь? Ага. Да ёб твою мать, блядь, чё ты, сука, руку, блядь. Заебись, блядь. Козлы. Бешеные хомяки, сука. Ну. Ха-ха, сейчас, блядь. Появимся, блядь. Пол пещеры прохуярили, блядь. Сейчас мы где-то появимся. Ну-ну. С козлами, блядь. О-о-о-о! О-о-о, да. Ага. Сейчас я с вами буду биться. Да пошел ты в жопу, на. Пидота хреново, блядь. Так. Козлы вонючие. Блять, вообще вот, ну как, блять? Вот ту я даже не знаю, блять, как их назвать, сука, блять. Пройти, блять, пол карты, блять, это пиздец какой-то, нахуй. А, ладно, сука, не впервые. Так, вперед, блядь. Блядь, хуйню не страдаем сразу. Пойдем. Наконец-то, может, у меня какая-нибудь там сила, блядь. Когда мать срательная сила появится. Шарик этот спихнуть. Дед хоть заткнулся, блядь. Сейчас главное этих хомяков раскидать, на. Угу, туда еще спуститься надо.
Смотри, сын мой. Так. Пошло-то. Приобрету эту силищу и вас поотрываю хреном собачьим. Что можно будет так делать? Титьки напольные. Так. Да блять, ты уёбок, блять, ебашь его нахуй. Совсем, блять, ну валит нахер, блять. Чё он катается тут? Ну? Так, ладно. Так. Ёб твою мать. Сейчас тут что-то... Так, бля! Вонючки, вонючки. Куда ты там, блядская рожа? Так. Да пиздец какой-то, ёб твою мать, блядь. Помоги, беги! Хуйня, блядь, ты чё, блядь? Так. Оно так и надо вообще, блин. Ух ты. Так, ну-ка. Хрен. Thank you.
Ну, а хоть сохранимся, блядь. В конце концов научимся эту хрень открывать, да? Как мы здесь мы не поднимемся, ясно. Так, что? Опа, это что там за черт стоит? Бля, я понял. Я понял, если бы я видео это не видел. Короче, сейчас босс будет. А мы ни хрена не умеем. Весело. Так, ну-ка. Ёб твою мать. Конечно, хер сотворили. Так, мне кажется, теперь этот ветер нахрен не нужен. Так, ну-ка. Шарик на своем месте. Так. Вот же жопа. Впервые так. Тю-тю-тю-тю-тю. Все что ли на? Да. Еб твою. Охереть, блять. Прыгать ты не умеешь хоть? Вот та лень, блядь. Нам что-то наверх надо, блядь. Ёб твою мать. Товарищ. Ха! Товарищ, мы свои. Мы русские. Мы свои. Не трожь нас, пожалуйста. Мы тебя не тронем, ты нас не трожь. Давай, рейтер, товарищ генерал, на. Так, вперед. Русские я не сдаются. На. Так. Ага. А что если нам в бубен этот ударить? Что будет? В бубен. Так, ладно, у нас же там проход, посмотрим. Я знаю, мы сейчас там в обратку, походу, скатимся. Ну, давай посмотрим, что будет. Да ёп... Весело, блядь. О. Здорово, блядь. Ну, ёб твою, карлик ты, блядь, хренов. На эту кишку прыгал, блядь, 3 месяца на. Учился, блядь. Походу у нас одна жизнь осталась, блядь. Ну ладно, хоть там воскреснем. Так. Что это вообще за будильник, на? Чеши с кукушкой, на. Так
какой-то заводной механизм, как у старых часов, ну. Склянки эти, блядь. Урны с пеплом, ну. Так, ходим кругами, как эти, блядь. Чё, кого, блядь? Опять эти, блядь, утырки, блядь. Сиси-писи. Ёб твою мать. Весело. Так. Кнопки тут нигде нету. Ты ж бля. Так. Где у нас хреново кнопка, по-моему, блядь. Так. Что делать-то? Так. Где-то же кнопка должна быть, да? По-любому. Может, где-то мы ее прошляпили? Да не уж. Нет, 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 нет. Ну такое не смогу. Ну, значит, придется прыгать. Так. Та веревка там была, да? А это здесь. Что вы хотите сказать, что я до туда допрыгну? Да ну нахрен! Что за бред вообще? Че никак? Уа! Ха-ха-ха, да ладно. Ёб твою мать, бляски. Помоги, беги! Сдохни, сволочь. Вот это что за чудо с перьями? Ну, по-любому, я ее убью, и мне крындесно. Нет уж, нет уж. И... А тут вообще весело. Походу, прыгать где-то здесь придется, да? Вау, бля. Да ну ёб твою мать, блядь, вообще весело. Живем на. И понесет меня, блядь. Да ладно. Это, блядь. Ну хули ты трясешься, так и охота сказать, блядь. Не буду я вас мацать. Так. А мне туда надо? А-а-а.
там фарик там, он выстрелит и им капец. Я просто гений, блять, пойдем туда на. Давай, в сиськи! О, световой меч решает не все проблемы. И титьки повылазили, да? А ну-ка. Опять повырастали. Так, да, значит. Ой, бля. Как чё выздумают? Мы опять, или это другой же паренек? Понять не могу, но мне страшно, сука. Да в жопу тебя. Колымага хренова. Мне кажется, с ним бороться с... толку нету, блядь. Скорее! Ой, бля, вот жопа. Побежали, блядь. А? Потишина. Отлично. Что у меня такое ощущение, мы здесь уже были, но. Ну все, однотипная, блядь, хрень какая-то она. Ну сейчас меня научат силе, я больше чем уверен, к трещине прикоснемся и все. Ох ты, бля! О, ебать. Да, ебать, мать. Соберись. Джедаи не ищут агрессии, мы противостоим ей. Сила помогает нам в этом. Препятствия на пути определяют сам путь. Что стоит на пути, становится путем. Ну? Попробуй еще. Хорошо, продолжай. Быстрее, заверши испытание. Кто стоит на пути, становится путем. Получилось. Вот она. Сила у меня, бля!
Мы туда залезем, да, и... Ёб твою мать. А нам вообще... Так, ну-ка, мы сюда-то... Так. Мой друг, взгляни на рисунок на этой коре. Это неповторимая текстура. Это может быть только дерево Врошерска Шиика. Пора обратиться к старому другу. Дедушка, ты не врешь? Если Зеффа бывали на Кашиике, существует большая вероятность, что вождь Тарфул знает об этом. Старый, у меня такое ощущение, ты меня хочешь наебсть. Ёб твою мать. Это старые письмена. Наверное, сюда шарик закатить или чё? Ёб твою мать, ничего леща схватил. Ёб твою мать. Стив, сюда! Скорее! Да. Давай, Стив! Да ёб ты, блядь, начинаешь эту хуйню... А. Всё, блядь, у меня ни хера нету, блядь. Можешь съебаться. Короче, его, в принципе-то... Ну-ка, давай. На, откуда мы начнем, кстати говоря, блядь? Оттуда, откуда, блядь, пиздец, нахуй. Да? Ну-ну. А нет. Да ну похуй. Блять, а чё у меня этого удара-то не было? Давайте, давайте.
В очко навыки. Так. Опа, ни хрена подкрывалась всякой херни. Так, ладно. Оп. Прыгнул на значение. Сохранимся. Так, что сделаем? Так, вот это, ну, дуачка. Тоже главное, так. Может, здоровье? Мне кажется, нам здоровье прям вообще жопа. Вот это что такое, наверное? Время обычного бега и бега по... Давайте вот это. Надеюсь, это тут не воскресно. Так, а нам вот эта вот хрень интересна. Здесь же щелочка есть. Что это мне? И как нам? О! Я же знаю теперь. Мы ж теперь шайтаномана. О! Теперь мы... Хранитель был уничтожен уже давно. Ты мой чудеса твои. Ну, просто. Началось. Ты нашел что-нибудь, бедятин? Так, ну здесь на него больше ничего. Подожди, назад, ну-ка. Я еще не все посмотрел. Так, а что там? Да, мы спустились здесь. Так. А
Приперлись мы откуда? Ну, что-то я не помню, мы из той расщелины пришли, мы. Так, ну это, ага. Ну мы пришли, наверное, отсюда. Да? Так, 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 так. Девять, девять. Отсюда, отсюда. Так. Ну и зачем он нам нужен? Да ведь? Он нам совсем не нать. Правильно? Я тоже так думаю. Нам сейчас еще с тем бобром биться там. Так что вопу его. Только если ради очков каких-нибудь там. Понимаю, там со стражниками биться, если бы он нам хоть что-то дал бы, ну. Саркофаг какой-то бешеный. Так, ну а тут нам придется, да? Здесь нам придется высраться. Так ведь, да? Ой-ой-ой. Боженьки, боженьки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. По-любому, что там что-то это... Да, ё-моё. Сыпляйся давай. Ну нет. О. Ага, чтобы сдвинуть сферу, одного ветра недостаточно. Ого. Ага, чтобы сдвинуть сферу, одного ветра недостаточно. Так. Ну и чё мы вот этого завалим? И чё? А может он его расхреначит, кстати говоря? Сейчас он не нужен. Ага.
Давай, уёб твою мать, блядь. Шарик покатится, покатится и... Думаешь, здесь есть еще сферы? И я. Ищем да ну дальше. Нам, наверное, надо было... Так. Чё к чему? Да, поищем другие сферы. Думаешь, здесь есть еще сферы? И я. Ищем дальше. Так, ну-ка, что здесь? Ну, сферы-то есть, блядь. Где они, блядь? Так. Так, а ну-ка. Так, а ее отсюда назад можно рухнуть? Нам надо ее это назад. Твою мать, блядь. Блядь, под углом ее, блядь, туда захерачь. Да ёб ты, блядь, мудила. Назад. Там лепешка у нас не расшибет, блядь.
Погоди. Что там, беди один? Да, поищем другие сферы. Думаешь, здесь есть еще сферы? И я. Ищем дальше. Эта реликвия очень стара. Кажется, она использовалась при обучении Зефа, владеющих силой. Ой! Ладно, вообще-то у нас туда, здесь мы не были, пошаримся здесь. Ты думаешь, здесь еще есть сфера? Вот она, красивая. И она нам нужна там, да? Так. Во. Ага. Он на чё, да? Вот. А то на чё? Да ладно. Тормози. Ага. Так.
друг, эта гробница чрезвычайно интересна. Так, ну, а нам-то это тоже, в принципе, сейчас... Хотя... Слушай... Если мы этот шарик-то выкатим... Тогда ветродуи не будет. Да ведь, да? Да, да... Как вот эту хрень спустить? Так. Так и... Вот же ж гадость-то, а. Так. Мы его отсюда берем, этот опустится. Тогда ни хрена у нас не вылетит. Он нужен там нам. Что же за нахер-то? Где еще шар-то один искать? Так. Ну третий-то он там болтается, блядь, как его... Вот он, вонючий хомяк, блядский. Хуя хомяк у меня отнял, блядь. Ой, ёпта. Вот он, третий шарик. Блядь.
А? Воу. Мама! Нахрена я его сюда пытался запихнуть, блядь? Так. Зефы использовали их при медитации. Думаю, они обучали владеющих силой. Так. Так, а... Ну, оттуда-то я не приду никак. Ну, сейчас он мне тут не нужен. О, его и не уберешь нифига. Дорожка одна туда. Так, где там? Открыть тайник, блядь. Где-то должна быть еще одна сфера. Ну где она? Ну вот она, блядь. Как это говно, блядь, оторвать на? Пиздец какой-то, ну. Она должна попасть в эту херь. Все правильно. Ах ты, блин. А... Слушай, веревку там никак разрезать нельзя, на? Да ну давай. Закрывайся. Ёб твою мать. Охуеть. Про
просто Геннадий, блядь. Ты куда, блядь? Вон туда тебе дорожка, блядь. Понеслась нам. Давай. Так что вот, ребята, вот они вам, Звездные войны, блядь. Так, нам, короче, наверх. Зоя бись, Петровна. Так. Блядь. Ща в щель полезем, на. Так, ну это херь. Тупо скатить? На! Зефа отправились на Кашиик. Кордова упомянул некоего Тарфула. Вождь Вуки. Они были старыми друзьями. Думаешь, он еще жив? Есть только один способ это узнать. Полетим на Кашиик. Да, типа мы прошли эту хреновую планету. Да. Я как-то думал, что будет больше как-то всякого рубилова. Мне кажется, Звездные войны превратили. Не нужно было этого ошибка делать. Непонятно что. Лара Крофна. Все, что хочешь, только не Звездные войны. Мы что, сами открыли путь для Империи? Да ну давай! Ёбаные блины полетели. Больше тот ящик интересен. Ёб твою мать. Вот жопа-то. А мы в любой момент полетели. Нападаем! Нападает, блядь.
уродец. Что там, беди один? Ладно, в жопу на. Хотите по-плохому, бьют вам по-плохому. Не отставай! Вперед! Я не могу достать его! Да в жопу, блядь! Давай, дебил, на. Я иду к тебе, на. Чувствую себя лучше. От меня не скрыться. Сдавайся немедля. Она не то сотворила. У меня странные ощущения. Здесь собирались срать. Интересно, зачем? Затем, блядь. Да ну ёб твою мать, блядь. О. Прикончу. Урод, блядский. Стим, сюда! Сука. Стой, нарушитель! Да чё за ху... Сука, понятно. Урод грёбаный, блядь. Угоняйся сколько угодно, я не отступлю. Сука. Так. Во, мы там не были. Ох ты, блядь. Падла блядская. Так. Путь сократительный. Так. Кстати, да, у нас же тут что-то это.
Так, это... Дверь. Беди один. Чувствую себя лучше. Что-то засек. Жду подтверждения. Не могу прицелиться. Находится над нами! Не могу нормально попасть! Вперед! Не отставать! Попал! Коснись нарушителя! Да ёб твою мать, блядский урод, блядь! Не упускать его! Это цветочки. Пиздец, блядь, это автоприцеливание, блядь. Уёбищное. Да. Ой, ужас, блядь. Ну, суки, ладно. Думаю, мы тебя одолеем! Так... Его задело! Сюда, кто-нибудь! Снова уклоняешься? Так. Фух. Этого я не ожидал. Это огромная статуя Зефа. И я подумал, что внутри будут их же вещи. Вот там свалил-то. Бегает кругами. Так. Щуп адаптер? Да, ты прав. Я думаю, что смогу заменить его этим. О! Давай тебя подлатаем. Ну и как? Хочешь испытать? Спасибо. Стой, нарушитель! Что надо. Что это?
свой веселый язык, твою мать. Смотрим. Что за херня, блядь? Что, блядь, охерели? Что за нахер-то? Пиздец. Это не я, блядь. Вау. Иди сюда, иди один. Так, ну да, давай сходим. Попался! Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий. Да. Сдавайся! Я за тобой слежу. Нужна помощь! Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий. Уклоняйся сколько угодно, я не отступлю. Это было кстати. Эй! Что там, беди один? Так, что-то же здесь у нас и так. Еще есть же. Угу. Ну-ка. Так, что-то. Так, это... Так. Ну, тогда нам назад.
Так, это... Вот эта хрень у нас, да? Снизу прям. Под этим гондоном. Нужно открыть ее. Нашел что-нибудь, беде один? Давай откроем эту дверь. Да, уверен. Вон там! Не пропадай, ребят! Тут закрыто. То, что надо. Так, а что здесь у нас? Весело было. Кажется, вот здесь вот, да? Лезть надо. Так, ну ладно, мы сначала эту дверь проверим. Не беспокойтесь о пропавшем артефакте. Я займусь этим лично. Так, сейчас опять у нас эти дебилы повылазят. Мы же мастер джедая. Кто это? Приближается джедай! Принято. Живей! Не сдаваться! Он нас всех убьет! Получай! Он хорош! А, ну мы, наверное, на нем спустимся. Ты знаешь шутки, Биди? Не знаю. А что? Классика. Ой, бля, веселуха. Так. Так, ну чё, попёрли?
Да ёб твою мать. Ого! Нахрена они вот так вот откидывают тоже далеко, блин. Как будто, ну, один же хрен туда идешь, на. Зачем вот это вот лазание каждый раз? Для чего? Лишний раз вот так вот походить, блядь. Пусть типа помучаются. Лишнее растяжение времени в игре. Понятно. Отсюда этот тогда дредноут летел, или дредноут там, корабль это, да? А, какой там нахрен дредноут? Короче, имперский крейсер какой-то. Так. Что там карта у нас показывает? Нам и туда, и сюда надо обследовать. Там красная. Мы там не пройдем, наверное. Ну-ка.
как группа сказов расправилась с целым отрядом. Какой ужасный конец. Такое случается, когда не следуешь протоколу. Ну и рожа у тебя. Так. Да, не то делал. Фу, блядь, баран, блядь, тупой, сука. Тогда... так, а что там? Кто там они? Вроде это... Пушки! Попадите по нему, наконец! Ёб твою мать, блядь! Оленя, блядь! Попадите по нему, блядь! Что-то новое. Собака. Еще одним мятежником меньше. Ты ебак, блядь. Скотина вшивая. Охуеть, блядь. Ну... Не сдавайся! Стреляйте по цели! Да! Все под контролем! Кажется, я все! Пришел мой черед! Что за уродство, блядское? Короче, этот жердяй еще пусть его эти имперцы валят на. Если не биться-то на. Я тебя прав на. В жопу перестрелку. Блоки, блядь, зажаться, сука, и стоять. Вот откуда ты меня увидел? Я, блядь, спрятался, блядь. Олень ты толстожопый, блядь.
Да ладно, блядь. Стим! Его сложно подловить! Никак не могу его достать! Ебашься с этим, блядь. Он ранен! Прикончим его! Помоги мне, беди! То есть, если мы не сможем его убить, это будет не моя вина. Сюда здесь! Размажем его! Сука, блядь. Тупые козлы, блядь. Че, ты сюда зайдешь, что ли, ну? Толстый. Ты су. Нужен Стим! Едва уцелел. Столько лет на этом булыжнике не... Да ёб твою мать, блядь. Можешь попросить о переводе? Они никого не переводят, сам знаешь. Так сосредоточься на работе. Ко мне! Быстро! Только ты и я. Воу. Блять. Блять. Сохраниться, сука. Так, давай. Это же здорово, блядь. Короткий путь, блядь, открытно. К сейву нахер. Так, не сюда. Толку, блядь, от этих непонятных дебил. Давай, бей его! Ты завершил свою последнюю... Ну чё теперь? Умри, жадайка, отродья! Я прикончу тебя! Да, бойся! Бойся! Come on.
офицеры. Я только что убил штурмовика в черно-красной броне, такого же, как на Браке. Штурмовик-охотник. Их цель — выслеживать джедаев. На подходе инквизиторы? Возможно, но мы далеко от Браки. Они могут решить, что хватит и штурмовиков-охотников. Или они намеренно тянут время. Будь начеку. Ну-ка, назад. Хорошая штука. Так. Что нам хотят сказать, что нам в водичку булькать? Так, ну-ка, карта. Понятно. Видишь, у нас есть и другие заботы помимо империи. Жители деревни поставили памятник в честь клонов Венатора. Если бы они только знали правду. Ну что здесь? Свинопотамно. Этот туннель внезапно затопило. Интересно, почему? Ну, потом обоссался. Пахнет старым маслом. Извини, это я не про тебя. Это все вода. Это было кстати. Его погубил обвал. Имперские раскопки делают туннели.
Ну и... Что это? Ты как, держишься? Рад слышать. О. Тера, я под местом раскопок. Имперцы забрались дальше, чем мы думали. Не время об этом беспокоиться. Они идентифицировали тебя как джедая с Бракки. Прямо сейчас они ищут богомол. Передвинем богомол. Запускать двигатель не стоит. Выброс энергии тут же привлечет их внимание. Я вернусь как можно скорее. Долго нас везут. Ты. Ох, весело. Ага, просрались. Вот там! Класс! Уклоняйся сколько угодно, я не отступлю! Да ладно. Еще один такой храбрец, блядь. Так, а слушайте... Мы в эту же пещеру вроде прихреначили, да? Сейчас замесим козла. Ёбаный козел, сука. Охереть, блять. Ну, сука, тупая. Захерачили козла, блядь. Козел, сука, нас захерачил. Так, блядь, тихо, тихо. Не надо тут вам всякую хер показывать.
Блять. Что ты, блядь, делаешь? Тупица, блядь. Что за нахер? Это как, блядь, вообще? Сука. Да давай, блядь, вали этого, блядь, тоже ушлёпок, сука, блядь. Один надо, ты мне понравится, блядь. Соси нахер ноги, блядь. Так. Мы же отсюда и уехали, блядь, да? Ебуня, блядь. Чё там, блядь? Нужно подумать, что-то интересное, блядь, там нас ждёт, ну. Ой, бай, бля. Козлина, блядь. О! И на козла вот эта хуйня не действует, блять, его скинуть, сука, нельзя. Ну ты ебаный ты козел. Тупая скотина. Прям, блять, вообще же. Выбешивает эту карусель уже на. Ага. На, полетела жопа в Райна. Вот она, давай, блядь, герой, сука. Ну что за нахер-то, блядский? Ой, блядь, гребаный идиотизм, нахуй. Сука, звездные войны, ебать нахер. Сейчас меня свинорыл, блядь, тут забодает, блядь. Вот этот, блядь, со своим пердолетом, блядь. Ну-ка, чмо ушастое, блядь. Сука. Козлина, блядь, иди сюда, на. Давай, блядь. Козлопастина. Уёбок, блядь. Ну, сука. Падла, блядь, дорогу перекрылась, крыса, блядь. Водяная. Так. Так, пиздец какой-то. Ебать, вот. Ну нахер. Так. Ой, твою мать. Что там, завалили этого, на? Что я туда не пойду нахер. Я всегда, блядь. Сука. Я это уважаю. И полностью. Жедайте, блядь, здесь! Пошел ты на! Жедай ранен! Помоги, беги! Жесть!
Поймать его! Выдвигаюсь к позиции врага! Сохраняйте равновесие! Вопросов еще много! Сука! Истекай кровью! Да ёб твою мать, блять, урод вонючий, блять. Нужна помощь. Скотина, блядская. Жалкий предатель. Ты только оттягиваешь свою смерть. Сука. Вообще нормально, блять. Мало доделено. Я уничтожу тебя. Умри, как остальные! Ты трус! Давай! Жалкий недомерок! Я разрежу тебя на ленточки! Старайся лучше! Богань! Сука! Император восторжествует! Ой, блядь, тупой ты уёбок, сука! Да ну пиздец, блядь. Сука, блядь. Джедай здесь! Мне не нужна поддержка, чтобы убить тебя! Козырь, блядь. Вижу противника. Джедай! Не стоит на месте! Опа, оп, опа. Нам надоело. Встань, отражайся со мной. Какой-то, блин. За ним! Живо за ним! Продолжаем бой! И этот джедай? Сука. О, блядь. Нахуй. Мы презираем тебя. Кто-нибудь, ну хоть кто-то помоги. Фу, блядь, уёбки, сука. Нашёл что-нибудь? Козлятина, блядь. Слетал, блядь, в своё удовольствие, блядь. Ну, началось. Что нашлось? Верстак? Ничего. Отличная находка. Я должна оценить ее лично. Да ладно.
Отличная находка, я, блядь, это... Отсосись, блядь. Так, ладно. Короткий путь, вперед, блядь. Свинорылое существо, блядь. Так, это мы там... Ну, нам-то назад не надо ни хера, да? Правильно? Правильно. Посмотрим, что. Здесь мы были уже, да? Или нет? Так. Ой, бля, вообще жесть. Так. Сколько тут еще шариться можно? Так, мы оттуда пришли. Да ёб твою сердина. Хрена жесть какая. Куда ёбак этот выпаднул? Имперский офицер пыталась спрятать тут реликвию. Обвал заточил ее в ловушку, из которой она не выбралась. О, ну да. Это вот оттуда сюда прыгать, да? Базара нет, ну никак не туда. Так, ну чё тогда? Нам сейвиться надо. Надеюсь, эта жаба опять не вылезет. Thank you.
Вернись сюда. Что это? Да и перный театр, блядь. В принципе, ты нам нахер не вопрос. Пошел нахер. Чуга блядская. Ну ладно, мы зато все, что надо было, нам взяли. Блять, вниз надо спуститься, сука. Тут козел, а. Свинорылая уё. Давай! Ну. Ой, бля. А, ну вот там мы были. И козел нам тот, в принципе, не нужен. А прав, прав? Ну да. Хотя вот там вот домик какой-то. А, ну это хрен. Я просто не помню, мы там были-то. Ай, блядь! Пора с ним покончить! Попадите по нему, наконец!
Я не могу попасть в него! Вот так! Надо прикончить его! Ладно, джедай, сразись со мной! Так. Сможешь мне с этим помочь? Еще бы. Ну, началось. Что там, Бедядин? Так. Да, там нас не было. Ну, так. Поехали. Музычка такая знакомая. Классно. Так мы же здесь были уже лучше.
Нужна помощь! Так. Давайте-ка сначала все-таки. Че, не допрыгнул, что ли, мы? Твою мать, блядь. Что за, блядь? Немощь, блядь. Давай. Погоди. Ты нашел что-нибудь в беде один? Я всякую херню, блядь. Нахуй, блядь. Ты нашел что-нибудь в беде один? Козёл вонючий. Дай костюм. Благодарю. Yeah!
Да ёб твою... Давай, блядь. Козлы вонючие. О, ладно. Так что там было? Жизнь козлов была, что там было, да? Цветошек. Эй, Грис, ты занят? Ну, вообще смотрел, хотя нет, я не занят, я никогда не занят. Ну так, тебе что-то нужно? Я стою рядом с двумя разбитыми кораблями. Похоже, ты не единственный пилот, которого потрепало здешним ветром. Постой, постой, ты только сейчас это понял? Ты вообще с нами был? Я лучший из лучших! Ага, хорошо. Я просто хотел сказать спасибо. А, знаешь, не за что, парень. Ну, это, мне пора. Дела ждут. Так, в общем, пока. Разведчик, они следят за нами, беги. Что это там? Хорошо.
Ёб твою мать, блядь. Пиздец, блядь. Вот за мухрышка. Так, ну нам только вот эта херня нужна. Так, блядь. Так. Походу мы как это, и назад, чтобы свалить, вот эти хрень опять запустятся у нас. Будет очень весело. Так. Ничего себе, как нам туда? Туда не поднимемся, понятно. Отталкивать мы умеем, а отрывать ни хрена. Вот походу мы какой-нибудь новый навык будет у нас, чтобы оторвать чем-нибудь. Надо нам туда.
И что-то отсун... Чего? Тут там... О. Отряды, красная тревога! Командира убили световым мечом. Необходима энергия. Про чё и речь? Где нам нахрен эту энергию взять? Необходимая энергия. Что, может нам туда чухнуть только? Так, ну-ка. Ой, жопа, 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 жопа. Как ножками такой. Короче, хер какая-то, блин. Необходимая энергия. Так, нам куда надо-то? Да мы в любых случаях не попадем ни хера. Так, как нам...
В принципе, да. Продолжить раскопки. Мне нужны редкие артефакты, а не всякий хлам. Картина всего происходящего не показывает ни хрена. Я тут не знаю. Чё мы там свалимся? Thank you.
Ой, юбки! Чуть не обосрался нахуй. Да давай, блядь, ты чё, блядь? Тупица, блядь. С мышками, блядь, бороться тут надо. Мы зря тратим время. Что там Крейн себе думает? Здесь не может быть ничего ценного. Туда нам. Да? Угу. Началось. Так что там было? Ну, больше там ничего там такого. Выше. Все понятно. Мы назад пришли. Так. Так вот. Ну-ка, назад.
Ёб твою мать! Ёб! Заебись, блядь! Что за хуйня была, блядь? Это как? А чё за гон, блядь? И верёвка уже, блядь, рядом, нахуй. Чё за, блядь, тва, сука. Пиздец, блядь. Охуенное взаимодействие было, блядь. Сейчас, блядь, оттуда минотавр вылезет. Нет. Конечно, сохранюсь, блядь. Сейчас жестно. Так. Так. Единственное, какой-то вот в этой хрени не был. А это где? Так. Так, короче, мне надо. Вот на эту хрень. Да? Так. Пошел ты нахрен. Надеюсь, мы выживем. Надейся, блядь. Да иди нахер, блядь, баран ёбаный, блядь. Пиздец, блядская. Сука. Не, блядь. Ебашись. Садением, блядь. Так. Где там? Ты всех убил! Хуя себе. Я никого не делал. Ёбаный ты олень, сука. Нужен скин. Скин тебе, блядь. Так. Вот это мне надо, да. Давайте сюда Икарусу.
нужна энергия, блядь. Твари, блядь. Где эту энергию нахрен взять? Нашли тут электрика, блядь. У меня тут любая скотина мочит, блядь. Бараны да олени, блядь, с хомяками бешеными, блядь. Так, не, нам не туда, нам сюда. Да ты в жопу иди. Посмотрим. Тихо, тихо. Так. Так, если я сюда под... Так. Мы типа полезли, полезли. Короче, ну давай, ладно, попробуем. Шагоход, а оружие выведено из строя. Это он? Скажи ему, чтоб тащил свой зад! Держитесь, я уже иду. Да еб твою мать. Чё за бреднет она? Сюда пойдем там. Да в принципе, чуть чесать там. Че ты там чешешь, шагоход тебе какой-то. Так. Я знаю, вы продержитесь. Так, тихо. А.
Да ёб твою мать, чё, блядь, тут круто нарезан. Да ебать тебя. Чё, может, тут реально, блядь, круговая какая-то херня, блядь? Чё за бред, блядь? Шёл-шёл, блядь, и пришёл, блядь. Ну давай, блядь, включай свою палку, блядь. Так. Реально, блядь, херня какая-то. Что за нахер? Блядь, гомондятина какая-то, ну что за жопа, блядь. Как же вы, блядь. Иди один! Thank you.
Фу, бля. Так. Опу. Отдых окончен. В атаку. Работаю. Вот так скоро. Если он уйдет, командование нас убьет. В него попали. Окружаем цель. Хорошо. Только... Эй! Что там, беди один? Нарушитель? Нарушитель? Так. Да, можно ли сваливать нахрен от стены? Больше мне здесь не нужны. Все. Я больше с вами не играю. Короткий путь, бля. Ой, жесть. Так. А. Тут же можно. Или не нужно. Моно или не муно? Моно, все моно. Сейчас мы тут намоним, но. Моно в стерео. Вот оно. Так, а теперь мы там. Что ты гонишь-то? Не было никакого сверху. Все было снизу. В дом, хочу в дом. Козлы вонючие.
Ну, теперь можно и свалить. С чистой совестью. Джедай-мастера. Они там. Ковровая дорожка, блин. А ты неплох, парень. Эй, приемчики у тебя что надо. Только скажи мне, что этот визит не был напрасным. Я нашел гробницу мудреца Зефа. Они пользовались силой. Развитая цивилизация владеющих силой загадочно исчезла. Неудивительно, что Кордова стал так одержимыми. Что еще ты нашел? Прежде чем исчезнуть, Зефа посещали планету Кашиик. У Кордовы был друг Вуки, Тарфул. Может, мы его найдем? Кашиик, я... Слушайте, там все очень плохо. Империя прессует этих Вуки только так. Значит, будем готовы к бою. Я думаю, такая жизнь подходит тебе. Бой с шагоходом придал тебе уверенности. Так как ты справляешься? Имеешь в виду с силой? Да, терплю. С силой. Чтоб не обосраться. Помню, ты говорил, что она может подавлять. Что ж, я все еще в живых. Не хочу об этом говорить. Обычно стараюсь не тужиться. Я понимаю. Лучше, чем ты думаешь. Почему ты решила перестать использовать силу? Срусь сразу. Когда началось истребление, и наши клоны-штурмовики пошли против нас. Мой подаван и я взяли несколько юнлингов и подались в бега. Эти глаза... Это было недолго. Это... Имперский патруль почти нас обнаружил, поэтому... Шред я бильярда. Попыталась увести их от своего подавана, Трилла. Ужас. Она осталась вместе с юнлингами. Лупоглазие. Но они поймали меня. И они... И вставили пытали... вместо глаз шарики. Они хотели узнать об остальных и... Заметно. Сколько нас осталось, но больше всего они хотели лицо узнать... Лицо под прессом, глаза на выход. И куда он делся? Но ты сбежала. Да. В тюрьме был бунт. Я получила шанс и воспользовалась им. Как ты вообще выжила, мы? Но они почти сломали меня. Они ноги мне сломали. Я не та, что была, Кэл. Да. Заметно. Твой подаван. Она выжила? Нет. Раньше была хорошенькая, сейчас прям жопа. Мы потому и не можем сдаваться. Нельзя позволить, чтобы жертва самых близких была напрасной. Пацан прям загрустил, бля. Зачитала ему хрень всякую, нахуй. Так. А, саженцы. Эй, Крис, что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Я думаю, сейчас хомяков видел? Будем разводить. Но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. У нас же что-то было, блин. Кальпи. Грёзни, блин. Мы ж какие-то семена брали, блядь. Что за... Или надо прям все собрать, и тогда там все вырастет сразу. Лучше бы грибов там посадили под осиневых всяких там подберезвиков, блядь. И сидели жрали бы, на. Так, во. Я ж тут до хрена всякой хрени нашел. Так, цвет. А цвета только три. Все. Как говорится, радуйтесь тому, что есть. Вот, все. Так. Пупочка и кубок Стэнлина. Так. Да мне что-то... Так. Да не, ну тогда... Дылда больше устраивает. Такой прям... вибратор. Так.
Конопусики. Конопусики. Ух. Так. Ну что за хрень? Вау. Изолента, бля. Вообще нормально. Да не, мне как-то это. Роднее она. Муфточка. Вот, может, муфточку. Чё за клака, бля, всякая? Зелененькая такая. А мне нравится. Так. Ну и все. Так. Ну ладно. В общем, сохраняемся. Ну, давайте на этом все. Итак, мы уже целую тут планета не планета, но по крайней мере их не тут уголок. Чудесный край облазили ледяной. Непонятно, с водой там, со всей фигней. Так что, ладно, до следующих встреч. Всем пока, удачи. Подписывайтесь на канал, кстати. Лайки ставьте. Кому не нравится, тоже ставьте. Ладно, все. Всем пока.